И наше участие в этом было только в том, чтобы дать ему статус Human Resources. Остальное расскажу брат. Спасибо вам огромное за сотрудничество. Спасибо. Друзья, хочу, чтобы вы отдельно поаплодировали Наталье Исаковой и Максу Филатову. Пожалуйста. Почему вы здесь умеете? Они, поверили, они прямо вот как-то на руках это занесли, рассказали, как там где-то в кабинетах совета, да? И это все случилось. Спасибо им большое. Сарик, ну начни ты, потом я продолжу. Ну, ребята, я думаю, что должны перейти они после традиционной части, которая происходит на всех тренерах независимо от площадки. Я бы хотел попросить актеров, которые сегодня здесь присутствуют, выйти на сцену. Нам можно актеров, актрис, которые играли в нашем замечательном сериале. Всегда с ними были в стиле, в сериале, да? Вот на сцену. О, привет, привет. О, Леша, привет. Друзья мои, я даже не знаю всех представлять, но я считаю, что вы все знаете это лицо. Все, я очень благодарен артистам, за то, что они согласились всегда, за то, что оставались в профессии по полной. Мальчишки, девчонки, спасибо вам огромное. Это очень приятно, что вы с нами, что мы все вместе. Я бы хотел, чтобы вы поаплодировали артистам. Кроме того, я уверен, что и люди из группы, очень много присутствуют в зале, которые работали над этим, не выкладывая рук. Креатива. Давайте поаплодируем всей нашей замечательной группе, которая точно знает, ребята, вас всех люблю. И, знаете, вы могли заметить, что на сцене нет главного героя Павла Прилучного. И тут такой момент, что дело в том, что Паша сейчас в Армении, и у Паши очень уважительная причина, если я стою так настолько уважительная причина, даже не имею права на это обижаться. У Паши сегодня свадьба. И в связи с тем, что я на самом деле не сказал Паше, я наберу 8.30, и мы тебя все поздравим, но у меня есть ощущение, что Паша в горах, и либо он сказал, да-да-да, я эту трубку выключу. Поэтому у меня есть вообще просто очень простое предложение, давайте мы просто поздравим его на видео, я ему перешлю. А я думаю, что он будет очень рад, что сегодня там сколько 500-600 человек. И мы о нем помним, что мы очень благодарны, что он сыграл в нашем сериале. Так что давайте сначала зал, а потом мы, да, ребята? Мы будем участвовать в поздравляем Павла со свадьбой. Женихи, невесты, тигите, тесты, не знаю, что там обычно не кричат. Но не будем ли поздравлять. Горько, Сан! Горько! А, горько, да? Давайте, три, четыре. Каждая ситуация, все, что в ней есть, это нами, создателями, сценаристами, креативщиками, все это реальность, все это собрано из жизни. Пусть моя жена не ревнует, пожалуйста, мне много пришлось встретиться, общаться. Очень многие здесь, спасибо вам за то, что вы рассказывали свои истории, не будем показывать пальцем, спасибо и мужчинам, знакомым, которые много рассказывали, спасибо всем за эту реальность. Я надеюсь, вам все понравится. Как-то так. Я просто переслал ваше видео. Спасибо большое.